Привет, гречневые магнаты! У меня для вас хорошая новость. Сегодня я расскажу, как приготовить пиццу из гречки. Это необычное блюдо подойдет как и на завтрак, так и на ужин. Ну или для тех, кто сбил режим сна, на завтрак в ужин. Погнали! Сперва подготовим необходимые ингредиенты, а именно чеснок, куриное яйцо, сыр, сметана, помидор, соль, перец по вкусу и наша ненаглядная гречка. Крупу отправляем на банные процедуры. Если у вас осталась каша от предыдущей трапезы, то используйте ее, это сэкономит вам время. К готовой каше добавляем сырое яйцо, тертый сыр и соль с перцем, а затем хорошо мусюкаем гречу с добавками. А теперь самое интересное, на дно сухой сковороды без масла выложите лист пергамента, следом выкладываем гречу, закрываем крышку и готовим на среднем огне 10 минут. Пока корж готовится, сделаем чесночно-сметанный соус. Для этого сметану натрем зубчик чеснока, смажем основу пиццы соусом. Здесь совсем капельку магии. Затем поверхность гречневой пиццы посыпем тертым сыром и украсим зеленью. Также в пиццу можно добавить грибы, колбасу или на что хватит вашей изощренной фантазии. Вот такая красота у меня получилась. Ну и аромат, просто пальчики оближешь. Бон аппетит!